О выборах в Саратовской области, о явке, нарушениях и о новом порядке голосования подкрепительно мы поговорим с экспертами. В нашей студии политолог Дмитрий Олейник и главный редактор информационного агентства «Сар-Облньюз» Михаил Шмырев. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сегодня следили за ситуацией в течение дня? Ну, я следил, слежу и буду следить, поскольку это моя профессиональная обязанность и интерес. Ну, я тоже следил, безусловно, потому что мы ждали этих выборов давно. У нас за 17 лет впервые проходят выборы губернатора. За этим просто нельзя не следить, наверное. И вообще много нового в законе есть о выборах, о чем мы уже анонсировали в своей программе. Да, поэтому, конечно, надо смотреть, что происходит. Вообще выборы очень интересные, с моей точки зрения, и более интересные даже, чем прошлые выборы в областную думу, по крайней мере. Ну, давайте поговорим, на каких участках вы сегодня побывали? Я хожу пешком, стараюсь по возможности для того, чтобы, тем более, город прекрасно выглядит сегодня. Вот я был в третьем лицее, проходя, смотрел участок и на своем избирательном участке. Я отношусь к тем людям, которые голосуют в последний момент, поскольку я весь день работал, находясь у компьютера. Так что я бывал только на одном участке, на своем, где голосовал. А скажите, пожалуйста, чем эти выборы отличаются от предыдущих? Вот мы с вами уже говорили, что за 17 лет опять у нас появились выборы губернатора. Чем еще эти выборы отличаются? Ну, во-первых, достаточно высокая конкуренция в данном случае, если говорить о выборах губернатора и областной думы тоже. Во-вторых, ну, шикарные условия предоставлены были для оппозиционных партий. То есть в данном случае избирательная комиссия и власть сделала все для того, чтобы никаких вообще не было сомнений в том, что каким-то образом представители оппозиции подвергаются каким-то там давлению. То есть были возможность и агитировать в любых средствах. Была возможность принять участие в дебатах, и все кандидаты в губернаторы приняли участие в дебатах. Можно было к людям обратиться напрямую. Это впервые происходит в нашей истории. То же самое и в случае с одномандатными округами в областную думу и со списком тоже. Очень много встреч проходило. Но они начались еще в прошлом году, накануне вот выборов в Федеральную Государственную Думу. Кандидаты много встречались. А на этот раз встречались еще больше, на мой взгляд. То есть практически есть такие люди, которые выдвигаются в Думу, которые прошли практически каждый двор в своем избирательном округе. Это очень хорошо. Михаил, а скажите, пожалуйста, вот в этом году отмечают высокую явку. Вы согласны с этим? Пожалуй, да, в сравнении с предыдущими выборами. Если, допустим, брать выборы в областную Думу 2012 года, сравнительно высокая явка, потому что сказывалось то, что наложились еще выборы губернатора, и достаточно была активная агитационная работа кандидатов в губернатора. То есть произошло наложение кампаний двух масштабных, и это сказалось на явке. Телезрители говорят, что в основном голосуют, даже больше голосующих, это молодежь. То есть уже старшего поколения становится меньше, молодежь больше проявляет интерес. Это от времени зависит. То есть идут волны определенные. Сейчас, наверное, Михаил тоже специалист в этом вопросе. Потому что случайно, зайдя, я могу попасть в одну из волн, и у меня сложится представление. Молодежи действительно много. У нас вообще сейчас молодое поколение все больше и больше интересуется общественной и политической жизнью. Это ведь не только по участию в выборах, но и участию в работе социально ориентированных общественных организаций, некоммерческих и так далее. Она более активна вообще. Я хочу добавить, что избирательные кампании сейчас очень сильно продвинулись в интернете. Вот. И молодежь, которая, как известно, у нас пребывает в интернете, она выборы ее вытягивает в реальный мир, в реальность виртуального. И они идут голосовать, поэтому это одна из причин. В день тишины наши телезрители увидели плакаты и листовки кандидатов, не убранные с улиц. Как вы считаете, является ли это нарушением? И если да, то кто понесет за это ответственность? Ну, здесь надо обратиться к закону о выборах. Там четко сказано, если свыше определенного расстояния находится избирательный агитационный материал, то это нарушение. Здесь в каждом случае надо конкретно разбираться. Если этот билборд размещается менее чем, по-моему, в 50 метрах от избирательного участка, однозначно нарушение, нужно его снимать. Ну, как правило, я тоже добавлю от себя, тут конкретный случай должен смотреться действительно отдельно, потому что если большие какие-то конструкции, то, как правило, штабы кандидаты заключают договор с организацией, размещающей эти информационные материалы, агитационные материалы. Как правило, стоит срок пятницы, когда они должны быть убраны. Но ответственность лежит на той организации, которая разместила. То есть как бы ни кандидат, ни партия в данном случае ответственность не несет, потому что договаривались, что в пятницу снимут. А вот мы с вами говорили о каких-то нововведениях в этом году. Вот конкретно голосование подкрепительным. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Теперь избиратель может в пределах округа
Ну, допустим, это брать Саратовскую область, и мы выбираем губернатора, значит, в любой точке Саратовской области. Проголосовать по месту пребывания. Для этого он за 45 дней уведомляет свою территориальную комиссию, менее 10 участковую комиссию. По 5 дней там есть особый порядок, можно в своей комиссии заявляться. Вот. Он может сообщить о том, что он будет находиться в таком-то месте, быть внесенным в списке избирателей там, и проголосовать там. Но есть и другая сторона в этом вопросе. Как я говорил, только на территории своего округа. То есть, допустим, если у нас театр выезжает на гастроли в Самару, допустим, да, то у них такой возможности на выборах в Саратовской области не будет. А еще о каких-то нововведениях можете рассказать? Предусмотрены больше возможностей для работы наблюдателей и представителей средств массовой информации. Это выборы сделало более открытыми, реально более открытыми. И в результате, как мы видим, нарушений фиксируется все меньше, и наряду с этим как раз более профессиональная, более четкая работа участковой комиссии. Вот это тоже хотел бы отметить. Спасибо большое, Дмитрий, Михаил, за интересную очень беседу. Вам спасибо. И ждем вас в следующий раз в нашей студии. А я напомню, в нашей студии были политолог Дмитрий Олейник и главный редактор сайта «Сарубл News» Михаил Шмырев. Мы говорили о выборах 2017.